исполняю поручение и просьбу главы города Хасаид Акмазова Галидина Дадабековича, именно чтобы посетили родных, близких наших ребят, которых мы потеряли на этой войне. Шамила Пирмагомеда Шамиловича, вы сестра, вы, да. Вот наша делегация здесь, представители и общественного совета афганцев, комитет молодежи, армейцы наши, наша пресса. Хорошо. Хотели бы небольшой знак внимания вам. Вот это пакетка вам, и мы хотели вот памятный медаль 30 лет вывода войск с Афганистана, и это тоже вручить родным близким. Спасибо, что помните. Его уже 21 год как нет, к сожалению. Хочу пожелать здоровья тем, кто остался в живых. Спасибо за память. Спасибо за внимание.